Давайте дальше продвигаться. Всем приятного просмотра. Третья часть Dead Space 2. И давайте пособираем. И будем отсюда с вами уходить. Ну. Падла, бесишь меня. Вот так вот, во. Все, полезли отсюда по-быстрому. Надо будет улучшить, наверное, нашу пусю, вот эту вот маленькую. Хоть чуть-чуть. Потому что на пулемет у нас мало патрошков. Жесть, мы только что чуть себе глаз не пробили иглой, да? Вот я понимаю, вот это галюны. Вот это хорошо. Исследуйте узел. Это типа вот сюда? Ну да. Это, наверное, вот сюда. Хорошо. Так, далее. Ты мне скажешь, окей. Так, разбить. Что разбить? Что-то разбить, но все равно нам показало вот сюда. Побежали. Ага, вниз. Сейчас мы спустимся. Погоди, погоди, не кричи на меня. Погоди, кажется, не кричи на меня. Так, а что у нас 111 есть, да? Может, возьмем с вами вот эту вот штуку. О, 75. Идемте разбираться. Угу, налево. Налево пойдешь, бабайку найдешь, да? Куда? Прямо. Ну, как обычно, наверное, сейчас свет пропадет, да? И нам придется сражаться со всеми. Ну да. В церкви что-то есть. Оно сломало дверь. Держись, я попытаюсь открыть все выходы в этой зоне. Поторопись, тут точно что-то есть. Так, ну ждем, пока месь. На нас начнут нападать. Но, но единственный вариант это стоять ждать. И, наверное, спиной к стенке, чтоб нам в спину никто не ударил, да? Задача. Куда идти? Ага, понял. Ёб твою. Ё-моё. Ага. Боюсь, у меня не получится. Не сейчас. Ты кто? Кто ты, чудовище? Так, надеюсь, я успею открыть, пока мест на меня нападут. Угу, успел, проверяй. Ладно, давайте избавляться. Давайте избавляться. Да.
Да, есть. Ну есть же, ну было. Уходи, 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 уходи. А, я не могу, пока мезя всех не убью, да? Боже, какой же напрягающий звук. Дэйна, ты там? Айзек, я не могу разблокировать лифт. Ты там сам сможешь что-то сделать? Хорошо, я попробую. Отлично. Как только запустишь его, направляйся в похоронное крыло церкви, а затем вниз в усыпальницу. И запомни, важно, чтобы ты не... Нет, нет! Комитет не может глушить нас здесь! Только не здесь! Дэйна, Дэйна! Важно, чтобы я не что... Мне интересно, она могла сказать, чтобы я не что-то... Место комитет нас не может здесь глушить. Спасибо женщинам. А как мне это сделать? Ага, вот так, да, наверное. Надо бы, наверное, сверху сейчас что-то включить. Я угадал? Или не угадал? Так, погоди. А если нажму на Alt? А я взлететь не могу. К сожалению, взлететь я не могу. Ладно. Давай вниз. Хотел просто нажать на Alt и взлететь наверх. Так, ну эту штуку я явно не открою, да? Может, что-то нужно разбить? Как думаете? Навряд ли. Ну это я круголек сделал, да. Куда мне тут идти? Назад. Давай посмотрим. Может, тут что-то можно сделать? Посвящение — это радостное и приятное событие. Первый шаг к великому единению, которым является... Хорошо. А нет, не хорошо. Это мы возвращаемся назад с вами. Это вообще не хорошо. Честно, без понятия, куда мне тут надо. Фиолетовым туда светит. Может, мне сюда нужно как-то пройти, в эту сторону? А как мне туда пройти? Только сюда. Давай посмотрим. Может, наверх нужно будет как-то подняться? Не знаю, давай зачистим сейчас здесь все.
и давай смотреть. Давай, ребят, по одному. Ёб твою. Уходи. Давай наверх. Ладно, чтобы сейчас сзади никто не напал. А, вроде разобрали, да? Угу, наверх, на лифт. Это я понял, только... В чем проблемка? Наверх, на лифт. А здесь сюда и куда я выхожу? Вроде никуда, да? Ну да, это я назад иду. Ладно. Давай тут посмотрим. Не, ребят, я реально вообще назад возвращаюсь. Прям максимально назад-назад. Магазин. Открыто-закрыто. Магазин. Да не, мне не магазин нужен, магазин мне не нужен. Магазин мне реально не нужен. Найди на аудиозапись. В соборе во время прошлой воскресной службы у них были отмечены сразу два декомпрессионных скачка. Первый серьезным не назовешь, он всего лишь задул несколько свечей, чем даже добавил нотку драматизма в проповедь пастора О'Брайена. А вот второй жестко хлестнул по барабанным перепонкам прихожан. Некоторых пришлось даже отправить в больницу. Это было уже не кстати. И что нам это дало? Задача сюда. Ну мы же не могли с вами ничего шупустить же. Правильно? Задача. Хорошо. Вниз. Наверх, а там я не могу на лифту подняться. Так, узлы, костюм, кредиты. Так, цена, электронная деталь. Настройки, таб, выйти куда? Угу. Блин, ну с помощью F я ж не могу вытащить эту штуку. Нет, не могу. Хорошо. Починили? Серьезно, я вот это вот зря бегал туда-сюда. Мне надо было просто подойти. Ладно, допустим. Еще добавили узел. Угу.
Блин, оказывается, все гораздо проще. Надо было просто... просто подойти и... пройти еще раз так же самое головоломку. Блин, бы сюда какой-то огнемет бы, да? Было вообще шикарно. Ёб твою. Испугал дядю. Падла. Ну, Е, поднять. Реально испугали дядю. А где мы можем с вами улучшиться? Хочу уже прокачаться. И хочу костюм почистить себе. Все, побежали. Так, сохраниться. Применить, да. Закрыто, закрыто, закрыто. Пошли отсюда. Право, влево. Направо. Отлично. Еб твою. Божечки, так конь двинулся этой игрой. Реально, это вообще не смешно. Вот эти вот скримеры. Где все монстры? Ептую. А вот и монстры. Только заговорили за монстров, вот и они. Наверное, сейчас так же самое будет, да? В одной локации они есть, в другой локации их нету. Ёб твою! Еще кто-то идет. Здорово. Побежали отсюда. Дейна, кажется, я нашел выход, но он слишком высоко. Управление гравитацией заблокировано. Дейна! Блять! Ой, а мне надо спускаться? Или не надо? Я, походу, сильно рано, да, пошел туда? Хотя нет, вроде. Так, ладно. Давай спускаться.
слышишь ли ты меня? Тебе надо подняться наверх. Слышишь? Ты должен подняться наверх! Да я это понял, ну. И что? Раз. Два. Три, хорошо. Внимание! Системы усыпальницы переведены в режим диагностики. Карданные захваты отключены. Вход только для технического персонала. Что значит отключены? Включи, пожалуйста, лифт. Ретация в сети. И что ты мне предлагаешь? Опустите пару магнитных ограничителей, чтобы зафиксировать гравитационные кольца. Кольца необходимо фиксировать последовательно, начиная от внешнего к внутренним. Окей. Гравитация в сети. Все, есть. Для диагностики системы гравитационные кольца необходимо зафиксировать. Опустите пару магнитных ограничителей, расположенные над каждым кольцом. Гравитация отключится только после фиксации всех трех колец. Кольца необходимо фиксировать последовательно, начиная от внешнего к внутренним. Вот, смотри. Прикольно. Я же правильно делаю, надеюсь. И на это надеюсь, что я правильно все делаю. Все. Арчи, молодец. Нет, не молодец, да? Что-то еще я упускаю. Блин, вот такие головоломки в хорроре, конечно, ну такое себе. Я что-то неправильно делаю, что нужно? Три каких-то я правильно сделал, и все остальное что-то неправильно, да, я делаю? Все, остановили. Отлично. Гравитация в шахте отключена. Шикарно. Ёб твою. И что делать? Кроме муравья. Ага, наверное, на цешку, да, нужно будет нажимать. Ну да. Я угадал. Ну, открыть не хочешь? Есть, шикарно. Большой какой-то чего-то баллончик. Так что мне нужно... Ага, мне нужно выйти, да, вот сюда? Или не нужно? Вот меня хотят. А, вот сюда. Закрыто. Почему? Потому что, наверное, гладиолус, правильно?
гравитации. Да, потому что гладиолус. Айзек! Что за счет? Они глушат мой сигнал с помощью какого-то мобильного устройства. Кто-нибудь, определите частоту работы глушилки! Наверное, их штурмовик висит рядом с комплексом. И что теперь? Новый план? Нет. Они не знают, где мы, иначе бы уже убили нас. Дерьмо! Сигнал опять падает! Иди по своему локатору, быстрее! Да я пытаюсь. Это ты меня отвлекаешь. Ну, может, хватит бабаек. Как вы так думаете? Так, сохранение. Отлично, идемте дальше. Так понимаю, мы здесь же стрелять с вами не можем, правильно? Ну да, мы же с вами не крепкий орешек, правильно? Чтобы в вентиляционной шахте стрелять. Это мне кажется, или у меня с каждым разом костюм все грязнее и грязнее становится? Ага, добрался, проверяй. Так, магазин. Магазин. Так, лазерный кого-то, чего-то. Игра, а где мне тут выход найти? Вот, да, наверное. А, вот задача. Здорово. Как ты? Ёб твою. Вот это мне сейчас бы обнимашку мне здесь сделали. Я же заикаться начинаю. Тут чересчур сильно много монстров в этот вечер. Бежали. Ёб твою. А у вас не сильно ли мало, ребят? Скажите, пожалуйста. А? У вас не сильно ли мало? Дайте перевести дух немножко. Ага, перевели, проверяй. Ага. Да. Так, хэштег, короче, беги. Правильно я понимаю, сюда? Все, до побачения. Не-не-не.
что с тобой творится, Айзек? Ты пытался убить себя. С чего бы это? Правильно. Игнорируй боль. Похорони ее внутри. И пусть я сгнию, пусть истлею. Как скажешь, зайчик, только открой дверку. Я ж не против. Если зая хочет, то почему бы и нет, правильно? Что это было? Дэйна, ты все еще там? Я добрался до верхушки церкви. Ты почти у цели. Я буду ждать тебя у челнока. Да, давай. У нас потрошков. Хотел сказать я. И осталось ноль. Так. Ага, это вот. Сказал Арчи. Так, хорошо, вот это. Давай посмотрим. Блин, мне бы магазин бы, да, найти б? В прямом и переносном смысле. Так, куда нам? Сюда. Дэйн. Так ты юнитолог? Я должен был догадаться, как я тебе поверил. Не скажу, что у тебя был выбор, Айзек. Стоило сказать про лекарство, как ты сразу ринулся за ним. К чему все это? Почему вы не оставите меня в покое? Ты очень опасен, Айзек. Комитет не отстанет от тебя, они боятся, что ты уничтожишь обелиск. Кстати, ведь это ты его создал. О чем ты вообще говоришь? Мы ведь за этим тебя сюда и привезли. Чтобы делать для нас обелиски... Чтобы начать великое воссоединение во всей галактике. Да вы тут все просто спятили. Отдавай лекарства, и я сваливаю нахуй. О, мы не собирались лечить тебя, Айзек. Твоя бесценная головушка нам нужна именно в таком виде. А теперь будьте любезны проводить Айзека к челноку и поместить его в стазис. Не хватало еще... Чтобы он умер. Поместила, проверяй. Что делать? Нужно зажимать, либо тыркать, либо что? Поместила, я же говорю, проверяй в стазис. Ёб твою. Жесть. Нет. Просто другого оружия нету. Вы понимали. Понимали, я не могу ничем стрелять другим. Просто этой штукой у меня нету смысла стрелять, потому что я не попадаю. Так, ну да, мы сейчас тут зависли. Сейчас, если я быстро не переключусь. Что мне нужно? Сейчас, ребят, погодите, мне нужно переключиться на нормальное оружие, потому что тем, ну то и пукалка, я его никак не зацеплю.
Я, по-моему, даже не смогу. Да я стреляю, вы понимаете, я стреляю. Жесть. Интересно, я могу? Нет, не могу, вы видите сами. Контрольная точка. Уверен, что хотите. Ну. А. Ну все. Все, это конечное, я так понял. Да. У меня в этот момент закончились патроны, и мне, чтобы переключиться на другую пушку, надо время, а он в этот момент на меня нападает. Интересно, у кого-то было такое? Ёб твою. Блин, а ну... Ну хватит игра, ну реально хватит. Жесть. Да, такой херни мне еще не было, конечно. Да, вот такой херни у меня, конечно, еще не было. Вот это сильно, конечно. Вот это сильно, ребят. Вот эта вот сцена прям... прям 10 из 10. Реально, прям 10 из 10. Блин, мне нужно другое оружие. Айзек! Айзек, ты там? Ты меня слышишь? Чего тебе еще, Строс? Все кончено, все мои планы унесло в космос. Нет, 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 не кончено. Пока еще нет. Айзек, Айзек, мы построили эту штуку. Мы можем ее уничтожить. Обелиск, что ли? Строс, ты знаешь, где обелиск? Он в правительственном секторе. Но мы должны идти туда сейчас же. Сейчас, сейчас. Мое время на исходе, как и твое. Строс, куда тебе понесло? Черт! Задание добавлено. Ладно, пошлите. Блин, я реально думал, что на этом наше прохождение будет все, ребят. Ну, с этими вот сохранялками и с тем, что у меня патронов не было. Хорошо. Задача. Давай тут посмотрим. И тут посмотрим. Так, а дай-ка мне, пожалуйста, хоть что-нибудь.
Так, рюкзак заполнен. Надо, наверное, что-то лишнее повыбрасывать, правильно я понимаю? Верстак. Хочу к верстаку. А, верстак у нас тут, да? Тихонечко. Верстак у нас сюда. Пошли к верстаку. Айзек, мы наводили на них ужас после сеансов. Я помню. Они помещали нас в машину, чтобы мы потеряли шаги. Я не помню никаких сеансов. Тебе повезло, что ты не помнишь. Начнешь вспоминать, он вернется. Кто? Волан-де-Морт. Кто вернется? Кто? И откусит тебе нос. О, посмотрите-ка. Как же ты вырос. Куда ты уходишь? Не иди за ним. Его там нет. Мистер Тейтман, всем оставшимся подразделениям приказываю отступить. Повторяю, отступить к правсектору. Объявляю начало операции и конец игры. А где верстак? Давайте сходим к верстаку. Сходим к верстаку. Где у нас тут верстак? Так, ну это магазин. Так, стой. Загруженный смех с этой схемы. Аптечка лазерная, хорошо. Рюкзак, сейф, рюкзак. Выбрать, продай, да? Ага. Падлы, отвлекают. Еще не все, да? Еще и не все. Все, успокоились. А я могу спокойно себе закупиться, либо не могу. Сколько вас тут? Спасибо. Так, иди сюда. Ну, я так понимаю, эту штуку продать можно, да? Батарейка, заряды силового заряда. Непонятно, непонятно, хорошо. Дай мне скупиться. Да, отлично. Теперь это снайперская винтовка, заряды плазменного резака. Это мое, правильно я понимаю? Все, хорошо. Хватает кредитов. Ладно, выходим. Давайте посмотрим, где у нас тут магазин, задача, точка, верстак. Мне нужен верстак. Ёб твою. Так, вон туда. Ага. Да ёб твою. Ага. Ясненько, понятненько. Мы с вами не сохранились, да? И нам сейчас придется заново это все продавать. Я угадал. Или не угадал.
Где эти штуки? Что это вообще за хреновины такие? Да я просто хочу к верстаку пройти, ребят, и все. Ну серьезно, ну может хватит. Просто к верстаку, я не хочу вас трогать. Наконец-то. Так, силовой резак, это оно, правильно? Так, перезарядка. Объем, перезарядка, а мне... Мне нужно либо этот резак, либо свой костюм. Давайте здоровье пойдем, да? Ребят, мы все потратили, и здоровье у нас теперь побольше вроде бы должно быть. Давайте сохраняться. Сохраняемся, уверены? Да. Куда? Задача вот сюда. А ну сейчас, секундочку. Не, На этом наша серия заканчивается, ребят. Всем спасибо за просмотр. В следующий уже продолжим. Так что все, всем пока-пока и...